Всем здорово! С вами, как всегда, я Артём, и вы на канале Федерация Кузи. Сегодня Акинатор угадывает меня. Надеюсь, угадает. Нажимаем. Ваш персонаж существует на самом деле? Yes. Ваш персонаж женского пола? No. Ваш персонаж видеоблогер? Ну, как назвать? Возможно, ваш персонаж певец? Ну, не то, что известный певец, но не то, что певец даже. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Да. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Нет. Ваш персонаж играет в Roblox? Да, играет. Ваш персонаж зайчьи уши? Нет. Ваше имя вашего персонажа состоит из четырех букв? Ар, а, р, т, ё, не, нет. Ваш персонаж прославился благодаря Ютубу, да? Ваш герой скрывает лицо? Нет. Ваш персонаж имеет какое-нибудь отношение к спагетти? Возможно, частично. Нет. Нет. Да, я школьник. Да. Ваш персонаж девушка? Нет. Ваш персонаж родился в Украине? Нет. Ваш персонаж девушка? Женщина? Нет. У вашего персонажа есть соседи? Ваш персонаж ютубер? Да. Ваш персонаж известен? Возможно, частица. Ваш персонаж любит пиццу? Не знаю, что ответить, но... Да. Ваш персонаж украинец. Он меня только что спрашивал, что типа, ваш персонаж родился в Украине? Нет, я не украинец. Ваш персонаж любит купаться? У вашего персонажа есть медаль чемпиона мира? Нет. Эрик Осипов? Нет. Да, продолжим. Блин. Давайте заново. Ваш персонаж из вашей семьи? Да. Ваш персонаж снимался с папиной дочки? Нет. Ваш персонаж девушка? Нет. Ваш персонаж родился в Украине? Нет. Ваш персонаж женщина? Нет. У вашего персонажа есть соседи? Да, есть. Ваш персонаж потерял свой? Не. Носит ли ваш персонаж серьги? Нет. Ваш персонаж живет с вами в доме? Да. Ваш персонаж сладкоежка? Ваш персонаж из Екатеринбурга? Нет. Имеет ли ваш персонаж хорошее зрение? Да. Основа? Нет. Нет, я не обожаю числа. Ваш персонаж родился в Челябинске? Нет. Вашему персонажу не давали общаться с отцом? Да, блин, кто это? Я не тик-тик. Да, продолжим. А нет, я не... Вы знакомы лично с вашим персонажем? Да. Ваш персонаж безработный? Да. Ваш персонаж... Не. У вашего персонажа большая аудитория? Нет, небольшая. Хотелось бы больше. В смысле, брат-близнец?
То есть я бы сказал, нет, 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 все не то. Во-первых, я указывал, что он ютубер. Да его подписчики. Яндекс клавиатура в разы удобнее обычной клавиатуры в вашем телефоне. Она умеет переводить текст на любой из 70 языков прямо во время печати. Мне не надо эта клавиатура, она у меня и так была. Играть. Ваш персонаж существовал в реальности? Да. Ваш персонаж женского пола? Нет. Ваш персонаж просился благодаря YouTube? Да. Ваш персонаж связан с игрой Minecraft? Нет. Ваш персонаж стал забедитым благодаря компьютерным играм? Ну, Roblox это компьютерная игра, но стендов не очень, он типа стендов через эмулятор только можно играть, ну да. Имеет ли ваш отношение ваш персонаж, когда стендов 2, да, имеет? Есть ли у вашего персонажа игрушка в виде лягушки? Нет, я не оборвен. Нет, 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 уже проходили. Нет, не из трех букв. Есть ли у вашего персонажа борода? Нет. Ваш персонаж много матерится? Я вообще не матерюсь. Из 5 букв. Да. Ваш персонаж играет в Roblox? Да. У вашего персонажа есть девушка? Нет. Ваш персонаж имеет какое-то отношение к спагетти? Нет, я не Холибан. Да, я школьник. У вашего персонажа больше 100 тысяч подписчиков? Нет. Ваш персонаж ютубер? Ну, как назвать, да? Ваш персонаж родом с Украины? Нет. Ваш персонаж вас видел? Ну, как бы да, я сам себя вижу. Ваш персонаж любит чупсы? Нет. Ваш персонаж несколько раз... Нет, нет, нет. Нет, у меня нет чемпиона. Ваш персонаж получил более 14 миллионов лайков в Инстаграме. У меня даже Инстаграма не было. Ваш персонаж любит куколы. Что это такое? У вашего персонажа более 2 машин? Нет. Опять это 3 котипов. Летсплей актер. Давайте ваш персонаж Дан. Ваш персонаж девушка? Нет. Ваш персонаж любит спать? Нет. Вы когда-нибудь дружили с вашим персонажем? Возможно, частично. Связан ли ваш персонаж с цифрой 9? Нет. Имеет ли ваш персонаж отношение к Minecraft Pia? Нет. Ваш персонаж украинец? Нет. Ваш персонаж русский? Да, я русский. Ваш персонаж любит бутерброды? Давайте не знаю. Вы были у своего персонажа дома? Ну, как бы да, я у себя же дома, да, бля. Это про... Ваш персонаж жил в 18 веке? Как ответить? Не знаю, допустим. Это геймплей, ютубер. Ну, блин! В смысле это... Как? Это майнкрафтер какой-то. Я сказал, что я... Слушай, как же ответить? Нет, я не потерялся. Да, я живу у себя, да. Нет, нет, нет.
Ваш персона живет в вашем городе? Да. Ваш персона родом из провинции? Провинция это ЖК, это же карта из Стендорфа. Нет. Да блин, кто это? Дэнни Мастер. Нет, это все не то. Может, я не такой популярный. Меня никто не знает. Ладно, ребята, если вам понравился этот ролик, если вы хотите, чтобы я какого-нибудь другого загадал, пишите в комментах, и я в следующем видео обязательно загадаю кого-нибудь, кого вы скажете в комментариях. Всем пока!